Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 января, и я еду за ветеринарным врачом. Мы будем делать сегодня УЗИ нашей коровки Розе, и наконец-таки узнаем, сильная ли она. Посмотрите, какая прекрасная погодка! На видео видно, что ветеринарный врач делает УЗИ Розе через прямую кишку. На экране будет виден зародыш. Это маленький теленок или телочка. Вот эта небольшая белая точечка. В будущем ребенок Розы. Вот. Ура! Розетта! Наконец! Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться нашими новостями по хозяйству. Сегодня мы смогли сделать УЗИ и узнать, что наша Роза стерильная. Это не может не радовать, мы очень переживали и надеялись, что она у нас осеменилась. Так как по нашей глупости Роза у нас была в запуске, ветеринар нас предупредил, что такие коровы очень плохо осеменяются, и предложил нам поставить ее на схему. Так как эта схема уже проверена на нашем опыте, я хочу поделиться с вами. Эти препараты продаются в ветеринарной аптеке, они доступные, недорогие и, как видите, действенные. Мы очень рады, что Роза у нас осеменилась. То есть завтра будет ровно 6 недель после осеменения. Милуся! Скоро у нас в хозяйстве должно быть много отелов, мы очень надеемся и переживаем. Первая у нас должна отелиться будет Джессика, это чистопородная джерсейская нетель, которая привезена из Дании. Она 3 мая осеменена, так что где-то в начале февраля ожидаем от нее отел. Она осеменена сексированным семенем, что значит 98% у нее должна быть телочка. После Джессики у нас должна будет телиться Буся. Это айширская коровка, она привезена из Финляндии, это моя любимица. Она должна будет телиться в первых числах мая. И где-то через месяц у нас должна будет телиться Милуся. Она у нас нетель, это Розина дочка. Вот она. И потом в конце августа должна будет телиться Роза. Так что мы очень надеемся и ждем. Девочек бы хотелось, да, Милуся? Телочек. Вот, что у нас в хозяйстве будет много отелов, разрастемся. Также у нас есть две козочки, Мурсиана Гранадина. Будем привозить им чистопородного козлика, только их породы. Хотим их тоже покрыть, чтобы у нас был приплод, были козлятки. Лучше, конечно, козочки, но там как Бог даст. Вот, так что надеюсь, что наш опыт будет для вас полезен, вы воспользуетесь схемой, потому что она на самом деле действенная, с первого раза Роза у нас осеменилась, вот. Так что до новых встреч, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я очень стараюсь для вас, задавайте вопросы в комментариях, буду снимать видеоролики, что вам интересно. В скором времени хочу снять обзор нашего коровника. Сюда было очень вложено много сил, переживаний, так скажем, потому что еще не было каких-то знакомых, которые держат много лет коров, чтобы могли посоветовать, что и как сделать. Как сделать канализацию, какие маты положить, как водопровод, поилки. Все-все-все это читали в интернете очень долго. Вот. Но сейчас мы очень довольны, что у нас есть такой коровник, поэтому хочу поделиться с вами. Вот. Так что до новых встреч, дорогие друзья!